Сочи. Красная Поляна. Родик, куда ты едешь? Путешествовать на машине? Ага! Поехали. В общем, у нас сегодня дома полнейшая суета. Детей отвели к бабушке, потому что мы собираемся... Как даже сказать, не знаю. В долгое путешествие. Ну, как по крайней мере, по планам. Мы поедем в Сочи на Красную Поляну, снимем там себе жилье и будем там жить. Ну, короче, как-то так. А дальше, что с нами будет, я пока не знаю. Но, собственно, подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не упустить про все на Красной Поляне, про именно жизнь в Сочи, Сочи как площадка для бизнеса. Подписывайтесь на наш инстаграм, Настя будет писать про жизнь в Сочи постоянно, ссылка на ее аккаунт в описании, еще здесь где-то прикреплю. На меня подписывайтесь, буду там делать про бизнес, писать, как и что там, можно, не можно заходить. Ну и, соответственно, новые вайны будем снимать оттуда, с природы, и также наполнять контент детского канала именно оттуда, где светит постоянно солнышко. В общем, погнали. В общем, пока Наська дособирается еще, пакует чемоданы. Я поехал сейчас по делам, мне нужно закрыть там еще некоторые вопросы в шоуруме мебельной, вот. Докупить еще коробки, контейнеры, ну, короче, такое. Вот, и все, и потом пойдем заберем детей у бабушки. Спим и погнали. Снимем вам обзор, это будет в следующем выпуске. Как мы едем, вся дорога, М4, мы будем останавливаться в Краснодаре на сутки. Там у подруги Настиной остановимся, а потом уже поедем на Красную Поляну. Поэтому не пропустите. Колокольчик нажмите и лайк. Время сейчас 1:33 ночи. Мы наконец-то дособирались. Машина погружена под потолок. Единственное, что плохо, что мы не позаботились заранее, не купили на крышу багажник. Так там в него можно было много чего уложить. Вот. Осталось спать 4 часа. Нужно быстро проснуться, дозагрузить машину, позавтракать. И, короче, в путь. Собственно, ладно. Пойдем спать. Мы готовы в путь. Хотели выехать в 8. Как всегда, не получается. Машина у нас под завязку. Брали самое необходимое. Вот, сейчас одеваем детей, закрываем квартиру. Вот все, мы уже усаживаемся в машину, машина битком, вон ребятишек папочка пристегивает. Опа! Родик, куда ты едешь? Путешествовать на машине? Ага! Да, надеюсь, что у нас все будет гладко, мы не будем уставать и капризничать, правильно? А с братом? С братом едешь? Ага! Тем, помаши ручкой. Ура! И поехали. Поехали. Сочи. Красная Поляна. Поехали. Поехали.